Итак, как глаз видит? Ну, начнем с того, что, конечно же, сам глаз сам по себе. Глаз, в который попадает свет. Ничего не видит. То есть можно подумать о том, что свет точно так же попадает в камеру. Да, в какую-нибудь камеру. И мы же не можем сказать, что камера видит что-то. В камере появляется изображение или каким-то образом оно там есть, но видит не глаз, а видит, конечно же, мозг. Это мозг. И вот он видит. Значит, нам нужно понять, как появляется изображение в глазу и как оно передается в мозг. Этим мы и займемся. Значит, в глазу у нас есть такие штучки. Это глаз сбоку. Рецепторы. И есть просто рецепторы, которые реагируют, в принципе, на видимый свет, на фотоны. Они называются палочками. Они как бы черно-белое зрение. А есть еще такие колбочки. Они рецепторы, которые реагируют на цвет, на определенные длины волн. У меня красного цвета нет, поэтому будет оранжевый. Синий, красный и зеленый. В основном, да, то есть там не только на синий, на определенную длину. Там на цвета, которые похожи на синий, цвета, которые похожи на красный и так далее. Значит, свет разной длины волн заходит в глаз, и потом определенные рецепторы реагируют на определенные длины волн. Значит, что происходит после этого? Рецепторы посылают электронный уже сигнал, электрический. Электрические электроны посылают сигналы в мозг. И разные сигналы стимулируют разные чуть-чуть нейроны, разные области мозга. И появляется ощущение зрения. Интересно, что также наши глаза совмещают свет. То есть, если послан был сигнал от, например, синего рецептора и от красного рецептора, мы увидим не синий и красный свет, а смесь этих цветов, то есть фиолетовый. И, например, даже если мы видим сначала с определенной разницей, то есть у этих рецепторов есть определенная скорость действия, и, там, сколько-то миллисекунд. И если цвета меняются очень быстро, или цвета находятся очень близко, да, например, вот здесь вот синий, а здесь под ним сразу же красный. Если они находятся достаточно далеко, то наши рецепторы не будут различать их как отдельные цвета, а будут их смешивать и показывать нам фиолетовый. Или если цвета меняются быстро, синий, красный, там, меняется очень быстро, то же самое мы будем видеть средний, то есть фиолетовый свет. Так, например, работает кинопроектор. Кинопроектор показывает только три основных цвета на каждой точке, но смешивая все эти точки, мы видим какие-то цвета. Так видит сам глаз.